Всем привет, с вами интернет-магазин Stalker Shop, и сейчас мы рассмотрим сумку десантную от фирмы Black Hawk. Объем ее приблизительно 120 литров. Отличная сумка для любителей дальних путешествий. Ее размеры, длина сумки, это у нас приблизительно 70 сантиметров. Ширина 30 сантиметров и высота тоже 30 сантиметров. Достаточно вместительная сумка. На передней панели, где имеется нашивка с названием фирмы сумки, большой карман во всю ширину на молнии. Внутри все проклеено водоотталкивающей мембраной. На другой стороне сумки два отдельных кармана, тоже на молнии. Они одинаковые. Тоже проклеены, никаких дополнительных отделений в них нет. Удобная ручка из стропы, которая снабжена застежкой из ткани на велкро. Не будет резать вам руку, если вы будете носить в этой сумке что-то тяжелое. И давайте перейдем к основному отделению, которое закрывается у нас при помощи липучек велкро и молнии. Огнем. Преимущество этой молнии в том, что она идет практически до самого низа этой сумки и имеет два бегунка, то есть как в одну сторону, так и в другую. Можно открывать ее. Давайте ее расстегнем. Вот это наше основное отделение. Как вы можете видеть, у него поместится очень много вещей. Материал изготовления сумки — это ткань Корадура. Отличная. Большая удобная сумка для, как я уже сказал, любителей попутешествовать. И у нее есть еще одно дополнение. В комплекте к этой сумке идут две лямки с металлическими карабинами, которые регулируются по величине, и две такие накладки для того, чтобы эти лямки не натирали вам плечи. Как их использовать? С боков сумки есть два металлических полукольца с одной и второй стороны. Можно закрепить наши лямки к этим кольцам. Сейчас я продемонстрирую, как. То есть справа и слева. И использовать эту сумку как рюкзак, если вы не любите носить что-то в руках. Закрепили, и мы можем одеть нашу сумку на плечи. Таким образом. На этом у нас все. Спасибо за внимание. До свидания.